Корреспондент ННТ Курбан Рагимов вышел в финал 11-го Всероссийского фестиваля-конкурса «Энергия побед». Наш коллега участвует в номинации за лучший телевизионный репортаж, фильм, сюжет среди региональных СМИ. На конкурс он представил фильм о подготовке Абдул-Рашида Садулаева к Олимпийским играм в Токио. Материал был опубликован в конце июля. Курбан Рагимов уже вошел в тройку лидеров и получил приглашение на финал, который состоится 25 ноября. Отметим, что фестиваль «Энергия побед» проводится при поддержке Олимпийского комитета России и компании «Газпром». В этом году на конкурс прислали 357 работ из 64 регионов страны.